За океаном, конечно, страсти кипят не такие. Там сегодня вполне себе все прилично и даже несколько приятно для некоторых учащихся. Сейчас все поймете. Американский студент заработал 100 баллов для всей своей группы по тесту. Профессор органической химии, если не ошибаюсь, поспорил с учеником и пообещал всем засчитать письменное испытание, если смельчак попадет в корзину на другой стороне аудитории. Мяч скатали тут же из подручных материалов бумаги. И вот что было дальше. Буря оваций, безусловно, по таким игрокам NBA плачет. Национальная баскетбольная ассоциация. Видимо, профессор не ожидал увидеть в аудитории мастера трехочковых. После проигрыша преподаватель схитрил, заявил, что 100 баллов поставит только после устного опроса. Вот так всегда.